В оккупированном Донецке боевиков агитируют воевать в Сирии. Об этом сообщает информатор. В городе появились листовки, которые объясняют, почему лучше воевать в Сирии, чем на Донбассе. Они расклеены на заборах, деревьях и даже на автомобилях. Преимущество участия в военных действиях в Сирии по сравнению с Донбассом – оплата в Сирии, легальная зарплата и выплаты в Донбассе получаешь, когда будут деньги. Статус в Сирии – участник боевых действий, в Донбассе – нелегальный наемник. И последствия в Сирии – почтение воину и герою, а в Донбассе – уголовное преследование. Также в листовке вдруг вспомнили, что в Донбассе свои православные братья. Очередное доказательство того, что России донбасский конфликт больше не нужен. Теперь они из незаконных республик переманивают боевиков в Сирию.